Ну, пару слов о Табарене. Вы можете обратить внимание, да, вот я всегда очень... Я почти всегда, по крайней мере, мне, не знаю, как вам, был бы очень признателен, если бы вы поделились, и мы с вами сравнили наши мнения. Мне очень импонирует то, что когда оформление этикеток, оно больше несет в себе эмоции и чувства, чем, например, изображение, ну, там, своих башен, замков, там, деревьев, такие монументальные вещи. Вот так лично мне импонирует больше, когда сам рисунок на этикетке, да, он изображает эмоции. Он несет теплоту, какие-то чувства, восприятие, да, не просто замки и башни. Вам как? Мне нравится больше, когда такая символическая этикетка. А, вам классика все-таки, да? Нет, вот именно. А, именно такое. Это было очень хорошая этикетка, каждый раз новая картина. Вот он очень.